В селах Северо-Казахстанской области, где нет качественного интернета, учителей освободят от заполнения электронных школьных дневников. Подробнее об этом расскажет Татьяна Ковалева в рубрике «Обзор прессы». Тань, что собираются теперь делать учителя и когда будет интернет, и будет ли он вообще? Вернуться к проверенному старому методу, Вера. Будут пользоваться, как раньше, бумажными дневниками. Подробнее через несколько секунд. Этот вопрос поднял аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов во время заседания, где рассматривался ход исполнения программы «Цифровой Казахстан». Он отметил, что сейчас идет очень много критики по электронным дневникам, поэтому решено, что в селах, где нет высокоскоростного интернета, электронную программу «Кундалик» лучше пока не использовать. Об этом пишут на страницах издания «Северный Казахстан». Кумар Аксакалов, обратившись к руководителю областного управления образования, попросил довести эту информацию официально до всех районных отделов образования. Он отметил, что сейчас в Северо-Казахстанской области доступ к широкополосному интернету имеют 519 сел. Из них только 338 обеспечены качественным интернетом. Это 53%. Интернета нет нормального в селах, а мы заставляем заполнять. Учителя ждут ночи, когда число пользователей в сети уменьшится, а скорость немного увеличится. Потом не спят и заполняют эти дневники. Я даже слышал, что едут в другие деревни, где скорость побольше, и там сидят, заполняют. Что это такое? Так не годится. Запрещаю вообще на территории области в тех селах, где нет качественного интернета, это делать. Не нужны нам красивые отчеты. Не надо этим заниматься, доводить до абсурда. Не забирайте у детей площадку. С такой просьбой к местным властям обратились жильцы нескольких жилых домов Караганды. На ее месте во дворе по улице Муканова хотят построить новый жилой дом. Но это категорически не устраивает жителей соседних многоэтажек, пишет корреспондент газеты «Новый Вестник». Пока они собирают подписи, акимат и арендатор участка не обращают внимания на протесты. Жители домов созвали собрание, пригласив на него представителей СМИ и районного акимата. Но представители местной власти так и не явились, сообщив, что ситуация не в их компетенции. Корреспондент выяснил, что участок с детской площадкой был сдан в аренду фирме, которая сейчас собирается строить дом на этом месте. Собранные подписи жители отправят в акимат и будут ждать ответа. Может быть, им удастся отвоевать площадку для своих детей. Мы узнали из достоверных источников, что фирма выкупила 4 года назад нашу площадку на аукционе. Мы сразу забили тревогу. Я написала на сайт акимата, сначала в областной, потом в городской. С городского мне прислали какую-то отписку, даже не по теме. С областного прислали ответ с кадастровой справкой, что они уже поменяли целевое назначение своей постройки. Первоначально здесь должна быть детская площадка и подземная парковка, но им, видимо, стало это невыгодно, и они решили построить здесь 5-этажный дом. Нас здесь около 500 человек живут, и мы все против этого дома. Больше негде строить, что ли? Проблемы со здоровьем не помешали 28-летней девушке из Усть-Каменогорска реализовать свои мечты. Айганым Ермекова несколько месяцев назад прошла обучение по проекту «Жаскасепкер» и получила грант в размере 500 тысяч тенге на развитие своей бизнес-идеи. Девушка открыла прачечную, об этом пишут в газете «Рудный Алтай». На эти средства начинающая предпринимательница купила полупрофессиональную стиральную машину на 12 килограммов и сушильный аппарат. В планах приобрести еще одну стиральную машину. В прачечной пока будет создано одно рабочее место. Айганым планирует взять на работу человека с особыми потребностями. Подготовительные работы ведутся полным ходом. Девушка очень занята, поэтому о ее задумках рассказала мама. По словам Сауле Камзаевой, дополнительно на кредитные средства ее дочь купила гладильную систему и сейчас делает ремонт в будущей прачечной. Одно из предприятий города нам оказало помощь и предоставило безвозмездно подвальное помещение под бизнес. Мы все там отремонтировали, провели электричество и водоснабжение, поставили оборудование. Моя дочь Айганым Ермекова также создала общественное объединение «Общество людей с нарушением опорно-двигательного аппарата «Твой шанс». Помощь спонсоров в этом деле ей бы очень помогла. Еще в ее планах открыть клининговую компанию и трудоустраивать людей с особыми потребностями. Кроме того, моя дочь состоит в сборной ВКО по паралимпийским видам спорта и легкой атлетики. Сейчас она готовится к очередным соревнованиям. На этом у меня все. Увидимся в следующем информационном часе. Вера. Спасибо большое. Это Татьяна Ковалева была с обзором прессы.